Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. На 80% в области превышенный эпидпорог по гриппу. Кто в зоне риска и как себя обезопасить? Ложное заминирование школы, коллекторы или обычные хулиганы? Пережил бомбежку фашистов, потом работал на Дальнем Востоке. В музей железной дороги на заслуженный отдых прибыл американский военный паровоз. Каждый день праздник. Общественная палата утвердила календарь праздничных дат. С миру по нитке самарцы несут уникальные экспонаты в музей советских вещей. Развитие местного самоуправления стало главной темой съезда Ассоциации Совета муниципальных образований Самарской области, председателем которой вновь избрали Нину Вишнякову. Ее кандидатуру предложил заместитель председателя ассоциации, глава Самары Олег Фурсов. Участники съезда единогласно проголосовали «за». На первом в этом году съезде ассоциации речь шла не только об организации власти на местах, но и о решениях, которые уже сегодня отразятся на жизни людей. Марина Кравцова расскажет о главном. Отечественные чиновники должны ездить на отечественных автомобилях. Участники Совета муниципальных образований с этим полностью согласны. Региональному министерству имущества, отмечает губернатор, уже поручено составить реестр транспорта руководителей, а также проследить, чтобы перемены транспорта не отразились на бюджете. Не случается, что мы будем выносить на аукцион на продажу автомобилей. Желательно, чтобы сделать так, чтобы мы выиграли, но имеется в виду потом в балансе финансовом балансе. И на эти деньги покупать или Весту, или X-Ray. Еще одно предложение, прозвучавшее на совете, проекты общественности должны получать поддержку из регионального бюджета. Губернатор Николай Меркушкин отмечает, очень важна работа с людьми и инициативы самих жителей. Поддерживать необходимо промышленные предприятия и сельхозпроизводителей, развивать животноводческие хозяйства и фермы в районах. Наша задача — максимально создать условия, максимально помогать всем тем, кто создает дополнительный продукт, который даст дополнительные в итоге доходы. Что касается горожан, ну, здесь надо создавать условия и поддерживать инициативных людей прежде всего. Сельскохозяйственные ярмарки в Самаре должны стать регулярными, считает глава региона, проходить каждые выходные или хотя бы дважды в месяц. Это и поддержка местных производителей, и кошельков горожан. На таких ярмарках цены на 15-20% ниже, чем в магазинах и на рынках. Первые результаты грамотного подхода к организации местного самоуправления – система, созданная в Самаре, где районные власти стали самостоятельными, а главное – ближе к людям. Награды от губернатора получили сотрудники администрации Самары. Почетный знак «За труд во благо земли Самарской» Николай Меркушкин вручил первому заместителю главы города Владимиру Василенко и главе администрации Кировского района Игорю Рудакову. Благодарность от губернатора получил Андрей Тетеревенков, руководитель департамента организации процессов управления администрации Самары. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Эпидпорог ОРВИ и гриппа в Самаре превышен на 80%. В городе заболели уже почти 12 тысяч человек. В области почти 19 тысяч, при этом двое умерли. По региону на карантине находится около 500 образовательных учреждений. Все школы закрыты в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Новокуйбышевске и в некоторых сельских районах. Так называемый свиной грипп зафиксирован у 192 человек. По данным экспертов, все они в свое время не сделали прививку. Всего в этом году процедуру вакцинации в регионе прошли почти 40% населения. Этот показатель выше, чем средний по стране. Особое внимание своему здоровью следует уделить беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями. В зоне риска и дети до 3 лет. В случае, если болезнь все-таки настигла, главное, предупреждают медики, не заниматься самолечением, а как можно быстрее обратиться к врачу. Специалистов хватит на всех. Поликлиники работают в режиме с 8 до 8 ежедневно, и в субботние и воскресные дни они работают с 8 до 18 часов. Помощь в поликлиниках абсолютно доступна. Все врачи обучены, кого лечить на дому, кого наблюдать, как наблюдать и кого немедленно госпитализировать. Каждый год наблюдаем эпидемический подъем заболеваний. Да, обычно. И он приходится каждый год практически на конец января, начало февраля. В среднем он длится где-то 5-8 недель. Этот эпидподъем заболеваемости длится 5-8 недель. В этот период заболевает порядка 5-8% населения.
Наступившая среда вновь принесла снегопады. Толщина снежного покрова в Самарской области уже на 40% превышает норму и составляет в среднем 42 сантиметра. Все это, по словам специалистов, чревато обильным паводком, в том случае, если весна будет скоротечной, а таяние бурным. В городах другая напасть. Тысячи крыш в Самаре оказались под снегом и требуют уборки. В этом году к бригадам кровельщиков особые требования. А тех, кому сверху видно, все репортаж Павла Баймакова. Прогуливаться по крышам, подобно Карлсону, им некогда. Очистить кровли от снега необходимо в кратчайшие сроки. Такое поручение городские власти отдали всем управляющим компаниям. И потому бригады работают в две смены. Как итог, 80% городских кровель уже приведены в порядок. Перед этой зимой всех борцов со снегом проверили на соблюдение техники безопасности. Бригады от 3 до 5 человек. То есть, как правило, всегда два человека внизу, два человека на крыше. Все они работают со страховками, предупреждают жителей около подъезда. Не выпустят с подъезда до сих пор, пока там на крыше не прекратят сброс снега. Безопасность жителей превыше всего. Затем, как исполняют свои обязанности управляющие компании, ежедневно следят председатели ТОСов и члены районных административных комиссий. Свои отчеты подкрепляют фото и видеоматериалами. Они проверяют, контролируют, во-первых, те кровли, которые подана информация, что они были очищены, допустим, за прошлый день. Они ездят, проверяют, и фото-видео отчет прикладывается, то есть результаты этой работы. А также контролируют те кровли, которые требуют очистки или не вошли в ограждение как опасные участки. Некоторые управляющие компании пришлось стимулировать с помощью штрафов. Ответственность понесут и собственники квартир, если с козырьков их балконов или с кондиционеров кому-то на голову рухнет снег. Подобная халатность может обойтись собственникам в 5000 рублей, а юридическим лицам придется раскошелиться до 300 тысяч. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Бесперерывные снегопады не дают расслабиться и дорожным службам. Уборку ведут круглосуточно, при этом постоянно сталкиваясь с проблемой припаркованных на обочинах машин. Самарские водители призывы не мешать, увы, игнорируют. Затем, как дорожники справляются с капризами погоды и беспечностью автолюбителей, наблюдала Марианна Мирная. Зима устанавливает рекорды по количеству осадков. Коммунальные службы убирают снег в круглосуточном режиме. Качество снегоуборочных работ на постоянном контроле. В случае нарушений специалисты МБУ «Дорожное хозяйство» выписывают предписание, выполнить которое необходимо в кратчайшие сроки. Люди, которые работают на ручной уборке, должны снег убрать на проезжую часть, а потом его механизированно собрать и вывести на снежный полигон. То есть здесь немножко будет у нас чуть дольше. А так вообще, когда, значит, не идет снегопад, проходит трактор, подметает тротуар, потом посыпает противогололедными реагентами. И как бы тротуар приходит в нормальное состояние. В Самаре работа по уборке снега выстроена таким образом, чтобы управляющие компании координировали работу со службами благоустройства. Такой подход доказал свою эффективность. Больше вывезенного снега за меньшее время. Контролирующая инстанция помогает отслеживать нарушения. Бригаде МП благоустройства, которая отвечает за эту территорию, было рекомендовано навести порядок по всей ширине пешеходной зоны и оперативно вывести на полигоны снег, собранный накануне. Дорожники убедительно просят самарцев помочь процессу. Точнее, не мешать. На ответственные граждане, чтобы машины не бросали и не загораживали проезд техники. А так, в принципе, у нас как бы все дела обстоят как бы нормально. Свои дорожные службы и свои контролеры есть в каждом районе Самары. По прогнозам, достаточно снежным может оказаться весь февраль, поэтому интенсивность работы по уборке города от снега будут только наращивать. Марианна Мирная, Алексей Золотенков. События. «Заплати долги и живи спокойно». Примерно так начал разговор неизвестный. В одной из самарских школ на улице Тополей позвонил мужчина, представился сотрудником коллекторского агентства и сообщил, что у учителя физкультуры просрочен долг по кредиту, взятый в компании «Микрозайм». Заявил, что если долг не будет погашен, школу взорвут. Из-за карантина детей в этот момент в школе не было. Личность телефонного террориста устанавливают полицейские. В России это уже не первый случай. В Карелии коллектор угрожал взорвать детский сад, а в Воронеже сотрудницу школы.
Дежурная направила учебное заведение, следственно-оперативную группу и патрульные экипажи полиции. В ходе работы на месте происшествия сотрудники органов внутренних дел не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Полицейские устанавливают личность звонившего. О необходимости запретить коллекторскую деятельность говорил Владимир Жириновский. В Самаре прошла видеоконференция с участием лидера партии ЛДПР. На ней присутствовали журналисты из 5 регионов. Жириновский отдельно остановился на теме многочисленных резонансных преступлений со стороны сборщиков долгов. А вот ресурсодобывающие и стратегические компании, по его мнению, нужно национализировать. По обыкновению Владимир Жириновский был эмоционален и красноречив. Самарские журналисты задали вопрос об АвтоВАЗе. Нужен дешевый, очень дешевый автомобиль, и он окупится массовой продажей. Сегодня автосалоны пустые, там один покупатель в день, а вот за ним очередь должна стоять. Курсы валют ведут себя не менее эксцентрично, чем известный политик. Об актуальных на сегодня цифрах Андрей Трой. Здравствуйте! Хотел бы порадовать укреплением рубля, да не получится. Национальная валюта снова в пике. Центробанк на 4 февраля установил курс доллара США на отметке 79 рублей 25 копеек. Американская валюта подорожала почти на 1,5 рубля и снова вплотную подошла к психологической отметке 80 рублей за доллар. Евро тоже взлетел, и его курс 86 рублей 51 копейка. Нефть до сих пор снижалась в цене, однако к вечеру среды показала небольшой рост. Сейчас за баррель Brent дают 33 доллара 35 центов. Еще есть шансы, что рубль снова начнет расти. Золото стоит 2815 рублей за грамм, серебро стоит 35 рублей 90 копеек за грамм. Граждане затянули пояса, но из-за этого снижается и внутреннее потребление, и, следовательно, ВВП. Но разморозить покупателей тоже не получается. Люди экономят. С другой стороны, правительство законодательно ограничило банковский процент по платежам за ЖКХ до 0,01%. На этом все. Удачи в делах. А теперь коротко о других темах дня. На 48 строительных площадках Самары нашли нарушения. Инспекция выявляла случаи самовольного захвата застройщиками территории, превышающей границы отведенных под строительство участков. Нередко строительные компании арендуют у муниципалитета только тот участок, на котором планируют разместить непосредственно само здание, а спецтехнику и ограждения располагают уже на прилегающей к участку территории. Общая сумма штрафов по этим нарушениям составила 380 тысяч рублей. В ДТП на дороге Самара-Волгоград произошла авария. 5 человек пострадали. Водитель, следовавший из Волгограда, на 39-м километре дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате столкновения пострадали оба водителя и трое несовершеннолетних детей. Все доставлены в больницы. Проводится проверка. 4 негосударственных вуза области вошли в число лучших в России. Среди сильнейших оказались Международный институт рынка, Тольяттинская академия управления, Волжский университет имени Татищева и Самарская гуманитарная академия. В Самаре проходит 7-й городской открытый конкурс фотографии «Самарский взгляд», цель которого – знакомство широкой аудитории с современной Самарой, с ее историей, культурой и искусством, поощрение творческой активности фотографов и повышение их мастерства. Оргкомитет конкурса принимает заявки и фотоработы до 15 февраля 2016 года. Дополнительную информацию можно получить на сайте Самарского союза журналистов. 7 февраля в Самаре пройдет Всероссийский день зимних видов спорта. Мероприятия пройдут на 3 ледовых площадках во Дворце спорта, в комплексе «Ипподром-арена», на крытом катке в поселке Мехзавод. На каждом объекте будет отдельная программа. Например, на льду «Ипподрома-арены» состоится мастер-класс от Федерации кёрлинга Самарской области. Показательные выступления лучших фигуристов региона и бесплатные массовые катания для всех желающих. Привет из прошлого. В Самарский музей железнодорожной техники прибыл ценный экспонат – американский паровоз. Машина, собранная в 40-х годах, имеет бурную биографию, носит женское имя Елена и пока недоступна для посетителей. Марину Матвейшину это не остановило, она первой увидела многотонную реликвию. Его Еленою зовут. Паровоз серии ЕА был собран во время Второй мировой войны в Америке. 5 метров в высоту и 100 тонн общей массы.
Раритет прибыл в Самару с Дальнего Востока. Его тянули целый месяц по рельсам, периодически смазывая подшипники. Дорогу Елена перенесла хорошо. Электродепо для паровоза Елены – своеобразный косметический салон. С долгой дороги паровоз приводит в порядок. Его красят, очищают от ржавчины, чтобы потом Елена предстала во всей своей красе. Паровоз займет свое место в музее железнодорожной техники. Здесь уже подготовлена площадка. Паровозы серии ЕА стали легендой. У паровозов достаточно богатая биография по той причине, что очень редко к одному депо была приписана машина. Поэтому я не сомневаюсь, что и наша машина сменила не одну дорогу. Потому что когда их снимали уже с магистралей, они опять возвращались на Дальний Восток для работы на подъездных путях, на таких второстепенных. В Советский Союз паровозы доставляли в годы Второй мировой войны по ленд-лизу из Америки. Переправу через океан многие не пережили. Фашисты уничтожали караваны кораблей с техникой. Этот паровоз выжил, с достоинством отслужил на войне, а потом до 80-х годов и на гражданке. Ценный экспонат планируют представить широкой публике. К тому времени работники музея обещают раскопать любопытные подробности из его биографии. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События. Окно в советскую эпоху открывают для юных самарцев сотрудники городской детской библиотеки. В экспозиции порядка 100 экспонатов – книги, газеты, значки, фотоаппараты и печатные машинки. Какими вещами пользовались бабушки и дедушки современных школьников, расскажет Лариса Шалафаст. Виниловые пластинки вместо дисков, большой проигрыватель вместо миниатюрного MP3-плеера. Как слушали музыку в далекие 70-е, юные самарцы могут узнать в музее «Советское время». Здесь собраны настоящие раритеты – от советских новогодних игрушек и значков до печатных машинок. Чтобы написать любой документ, 80-е использовали вот такие машинки. Если допускали ошибку, приходилось перепечатывать. Это вам не современные компьютеры. Вещи для музея собирали всем миром. Что-то принесли сотрудники детской библиотеки, что-то неравнодушные горожане. С помощью этих частичек прошлого подрастающее поколение лучше понимает быт и интересы своих бабушек и дедушек. Дети, для которых это совсем уже другая история, другой мир, они родились там кто-то через 10, через 15, через 20 лет уже после того, как Советского Союза не стало. Мы хотели подчеркнуть вот особенность именно того времени, которое вроде было недавно, но по очень многим параметрам отличалось от того, что сейчас. Отправиться в путешествие во времени могут все желающие. Экскурсии для школьников проходят регулярно. Экспозицию музея сотрудники детской библиотеки планируют расширять и с радостью примут в дар от горожан новые экспонаты. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов. События. День ветра, день пограничника, день разгрома войск Тохтамыша на Кандурче. Все эти события теперь занесены в календарь знаменательных дат. Брошюру представила региональная общественная палата. В ней собраны сведения о праздниках и великих днях в мире, в стране и в Самарской области. В том, что нет повода не отметить, убедилась Алина Чемерес. Эта марка имеет отношение, непосредственное отношение к Куйбышевской области, потому что вот здесь нарисован отделяемый аппарат именно ракеты Р-7, Куйбышевская ракета. Ровно 50 лет назад эта самая Куйбышевская ракета доставила на Луну межпланетную станцию. Посадка была удачной. Тогда весь мир впервые увидел панораму, сделанную со спутника Земли. Это великое в космической истории событие внесено в календарь знаменательных дат. Здесь же указаны день открытия Самарской земской почты и основания села Борская. Кроме региональных дат, сведения о профессиональных праздниках и событиях, изменивших мир. Книга уникальна. Такую брошюру издают впервые в стране. Проект находится в интерактивном режиме, и мы в течение года и в течение ближайших, наверное, 2-3 лет будем пополнять активно те даты, которые будут предлагать нам жители Самарской области. Если люди будут активно приносить нам эти даты, то мы более полные и более в короткие сроки наши знаменательные даты региона наполним. День Волги, День ветра, Всемирный день НЛО – праздники, о которых многие даже никогда и не слышали. В брошюре обозначены дни, когда открывались куйбышевские заводы, указаны даты ведомственных праздников. Создатели книги считают, календарь знаменательных дат поможет не только расширить кругозор, стать внимательнее друг к другу. Приводит в порядок наши мысли и позволяет предвосхищать вот эти события, которые, может быть, позволяют нам друг другу уделить некое внимание. Очень удобно, пролистав, допустим, февраль месяц, понимать, что вот мне надо не забыть 8 числа, вот есть такое предприятие, либо есть друзья, которые связаны с этим событием. Если верить этой брошюре, действительно, каждый день праздник.
Знаменательные даты Самарской области здесь отмечены жирным шрифтом. Тираж этого уникального издания 500 экземпляров. Они разойдутся по общественным организациям, школам и библиотекам. Всем остальным календарь знаменательных дат доступен на сайте Общественной палаты Самарской области. Алина Чемерис, Сергей Баскин. События. Православные Самары могут поклониться мощам блаженной Матроны Московской. Сейчас они находятся в храме мученицы Татьяны. О чем просит одну из самых почитаемых святых, узнал Андрей Трой. В храм святой мученицы Татьяны верующие идут со всей Самары. Люди верят, матушка Матрона услышит и в беде не оставит. Мы ее очень все любим, блаженную Матронушку. Это очень трогательно, я в это очень верю, поэтому пришла. Блаженная Матрона родилась в 1881 году в крестьянской семье. От рождения она была слепа, а к 18 годам потеряла способность ходить. С детства Матрона играла с иконами и была глубоко верующей, имела способность лечить больных и предсказывать будущее. Кто-то просит о том, чтобы супруг вернулся или супруга вернулась, кто-то просит мира в семье, все по-разному. Но однозначно можно сказать, что прикладываясь к мощам, вот, почитая святую, поклоняясь и прося ее заступнических молитв, люди меняются, это точно. Мы видим, как люди одними входят в храм и совершенно иными, преображенными, осветленными уходят из него. Это, наверное, самое главное чудо. Мощи святой Матроны будут находиться в храме святой мученицы Татьяны до 7 февраля. Его двери открыты для всех с 9 утра до 6 вечера. Потом мощи перевезут в храм в честь иконы Казанской Божьей Матери. Андрей Трой, Алексей Золотенков. События. А сейчас пришло время новостей спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Хоккейный шоу-матч состоится в Тольятти в канун Дня защитника Отечества. Екатерина Утина – бронзовый призер первенства страны по современному четырехборью. Одной левой самарец выиграл всероссийский турнир по армспорту. Чемпион мира по армспорту Иван Матюшенко выиграл мемориал Сорокина. На всероссийских соревнованиях самарец боролся левой рукой. В марте Матюшенко готов победить и на чемпионате страны. На первенстве России по современному четырехборью бронзу завоевала Екатерина Утина. После фехтования и плавания самарчанка занимала 8-е место. Однако комбайн бег со стрельбой помог продвинуться Утиной на 3-е место. Спортсменка пропустила вперед себя москвичку Ксению Фральцову, у нее серебро, и уфимку Аделину Ибатуллину, которая стала чемпионкой страны. По результатам командных соревнований сборная Самарской области заняла 5-е место. Звезды театра и кино выйдут на лед с шайбой и клюшками. Необычный матч пройдет в Тольятти в преддверии Дня защитника Отечества 21 февраля. Ледовое побоище состоится между тольяттинской командой любителей «Викинги» и московской сборной «Ком-Ар». В составе известные актеры Андрей Мерзликин, Александр Дьяченко, Александр Иншаков. Также на лед выйдут и легенды отечественного хоккея, ветераны спорта Евгений Давыдов, Василий Первухин и Владимир Голиков. До начала спортивного зрелища пройдет автограф-сессия. Играть команды обещают честно и без поблажек. 3 периода по 20 минут. Привет, легенды. Ну, стало быть, и мы немножечко усилим свою команду. Вот, но все равно все будет на равных. Но в любительской игре есть свои соглашения. То есть там запрещены удары навесом, там запрещены щелчки. Вот, потому что, ну, вы понимаете, не дай бог травмировать артиста, это никакая страховая компания нам не поможет. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго. Увидимся.